Посудник, в общем, с 12 года я начал собирать оборудование, в 14 только мы сварились. Эти емкости, они были в половину меньше, мы их увеличивали в два раза. Это русский производитель, полное говно, короче. Емкости, пришлось их дорабатывать, насколько это возможно, доработали. Это заторный чан, вот мы намололи зерно, нагрели воду, закинули туда зерно, и зерно там проходит термообработку. Стоит при определенных паузах. Крахмал осахаривается, и все это удовольствие перекачивается вот на ту емкость, это фильтр-чан. Там снизу фальш-дно с дырками, вот. И сусло самотеком у нас сходит вот в эту емкость, и здесь уже с дрожжами кипятится. Фу, с дрожжами, с хмелем, рассказываю вам, сейчас расскажу. Это бывший майонезник итальянский вообще, но под наши задачи подходит, все нормально. Затем, когда процесс кипа прошел с хмелем... Майонезник. Да, идея сварить с майонезом пиво. Разберись совсем с подушкой. Это вирпул, это емкость, на которой после кипячения вот здесь вот варена труба под 45 градусов, да, сусло перекачивается сюда и там внутри закручивается, осаживаются лишние белки, взвеси хмеля и прочее. Здесь мы осадили белки, брух. Потом через вот теплообменник мы охлаждаем все это дело и перекачиваем туда брожение. Вот это мы привезли пастеризатор, еще не успели запустить. У нас есть фруктовые вещи, которые требуют пастеризации, потому что очень не любят тепло. Вот, будем пастеризовать. Вот, значит, охладили и поехали вот в эту камеру. Здесь у нас идет главное брожение. Емкости не шпунтуются. Если нужно охладить, там стоит холодильный агрегат. Ну, если где-то температура когда-то побежала, просто возможности не было поставить емкости с индивидуальным охлаждением. Вот, охлаждается воздухом. Ну, если уж что-то там критичное, то просто водой сверху охлаждаем, пока так. Ну, короче, мы крафтовая пивоварня, еще раз. Все на коленках. Значит, здесь 5-7 дней бродим, дрожжи кушают сахара, выделяют спирты. Вот. И отсюда мы едем в следующую камеру. Так, здесь кигомойка, здесь вот тара моется. Вот. Это нам подогнали самогонный аппаратик, еще тоже не запустили сейчас, но он тоже такой аутентичный. Вот. Запустим, попробуем историю с дистиллятами. Вот. Здесь такой мини-розлив, потому что линии розлива тоже нету. Провизированной. Все вручную делается. Все делается вручную. И здесь. О, здесь мы уже. Здесь уже интересно. Да, здесь мы созреваем добрашка. А нет, там холодно. Давайте я выключу, чтобы не было. Можно, наверное, всем пройти сюда поближе, да? Чтобы видно все было. Мы на данный момент можем производить 20 тонн продукта в месяц. Ну, здесь вот как раз 20 емкостей. Мы там отбродили 5 дней, дрожжи скушали сахара и поехали сюда. Здесь уже емкости герметичные, они шпунтуются. Здесь пиво уже дозревает, карбонизируется. Вот. Если что-то нужно, там с охмеленными сортами мы охмеляем на холодную. Прочее, здесь снимаются дрожжи, 21 день минимум здесь оно стоит и уже потом разливается по кигам, по банкам, кому что интересно. Вот.
и едет к вам. То есть здесь уже заветные те самые кранчики, из которых уже можно пить. Уже да. На данный момент у нас, ну, не в постоянной линейке, вообще мы выпускаем, мы пару сортов сняли, у нас на данный момент выпускается 15 сортов. Вот. Ну, что-то в наличии, что-то не в наличии, по потребности. Вот. Баночка. Мы, наверное, год назад привезли банку. Вот здесь баночки стоят. А бутылка – это вообще остатки. Мы с бутылкой вообще завязываем. Вот, потому что бутылка наименее интересна сейчас. Ну, в нашем сегменте, я не знаю, как вот… Он дороже, да, еще получается? Бутылка? Да. Ну, в принципе, одно и то же, но банка, во-первых, тренд. Ну, никуда не денешься от того, что банка просто тупо тренд. Вот. Стекло отходит. Ну, опять же, по нашим продажам никому наше стекло, может быть, стекло как-то не так выглядит, но вот. Но стекло никому не интересно. Потом банка — это гораздо удобнее в перевозке. Оно меньше места занимает, меньше веса. Это перерабатываемый ресурс, алюминий, да, то есть вот таким образом. И хранится вообще. Ну да. Теоретически. Ну, в вот свет есть... не попадает же, получается. Ну да, в стекле. Есть, кстати, заблуждение такое, что в стекле, в бутылке пиво вкуснее, нежели чем в банке. Бред. Нет, абсолютно, да. Потому что... Мне наоборот говорили вчера, что в банке вкуснее. Ну, конечно, потому что это самая та же среда для пива, в которой оно зреет, да? То же самое, по сути. Вот. А, по банке еще что хочется сказать. Мы пока на данный момент еще остаемся единственными, наверное, в России, кто делает банку в термоусадочную пленку. Угу. Вот, ага. Потому что у всех это наклейка. Угу. Вот. У нас термоусадочная пленка, на мой взгляд, это гораздо интереснее смотрится, чем наклейка. Собиратели этикеток вас не любят. Не любят? Мы любим их. Мы всех любим. Мы даже любим тех, кто в Антапте нам двойки ставит. Блин, у вас дизайнер? Это девочка-художник с Ярославля, вот эти этикетки. Да, это, она нам рисовала первая. Ну, больше мы с ней пока не работаем. Вот у нас есть азиат, последняя работа, это его. Это вот чувак, татуировщик, он рисовал лоботомию для Айрбрю. Это, вот, это уже Питер, да? Вот это его работа и вот это его работа. Это уже это питерский. Местный. Да. Ну, художники, личности творческие, с ними, mm-hmm. с ними очень тяжело работать. Так. Вот это мне больше всего нравится, это уже как-то... Ну, на самом деле, на вкус и цвет. У нас и линейка из 15 сортов, не потому что нам... У всех вкусы разные. Ну, факт. Вот. У всех вкусы разные. Чтобы каждый для себя нашел. Какое рисовал? Должно какое-то. Вот, не айфбрёл, лоботомичный. А, лоботомичный. Пойдемте, наверное, наверх. Мы теперь не уйдем отсюда. А как это, как закупоривают их? Кого, баночки? Да. А баночки вот так закупоривают. Мы тут маяли, собирали свою, хотели... То есть вручную каждую? Собрать линию хотели, да. У нас был аппарат такой, но что-то пока он не это самое, не в рабочем состоянии. Пока обходимся вот этой ерундой, то есть встает баночка. Сейчас покажу. Делова! Все, баночка закатана. Все легко просто. Да, все вручную. Настоящий крафт. Настоящий крафт, да. Ну, на самом деле, не было просто тупо бюджета на то, чтобы поставить там все заводское. Начинали мы с бутылки. Первая фасовка, которая у нас была вот такая вот бутылка. Это было 2 или 3 года назад. А она не просто упакована, она еще, помимо всего прочего, фольгированная внутри. Вот, то есть она как бы еще как термопак держала. Ну, задумка была такая, что она держала температуру. То есть вы открыли, пьете, и какое-то время она сохраняет холод. Вот. Привезли мы банку одно время. Еще Салдонс даже не закатался в банку. Мы уже тоже заимели банку, но мы уперлись в дизайн. Вот начинали, разрабатывали дизайн, начинали вот с такой ерунды. И логотип у нас вот такой смешной был. Вот. А это какой год был?
Это был 17-й, наверное. Да, 17-й. Август 17-го. В августе 17-го мы привезли баночку. Вот, ну, долго-долго парились вот с дизайном такой-такой. Короче, уперлись мы, наверное, в первую банку, вот в том виде, в котором она сейчас есть, мы выпустили только в октябре или в ноябре. То есть в августе уже банка была, думали, сейчас все, мы тут прямо пойдут продажи, и поняли, что нужен дизайн. Нужен дизайн, нашли людей, вот они нам отрисовали. Каждый принт конкретно под нас отрисован. Такие каталоги. Тут о каждом сорте все расписано, да. Ну, чтобы было понятно, приятно и интересно. И наглядно, да.